Причина снятия и ремонта впускного коллектора на Mercedes CDI-270 было то, что не включался турбина на высоких оборотах, например, при обгоне. Правильная работа турбокомпрессора – это очень важный момент. Чего только мы не проверили, от чего зависит исправная работа турбины, но ничего не помогло. Решили диагностировать машину на компьютере, и была выявлена только одна неисправность. Неправильно работала одна из заслонок впускного коллектора. Вообще причиной неисправной работы впускного коллектора может быть сервомотор или сам механизм привода заслонок. После обсуждений приняли решение снять впускной коллектор и отремонтировать. Сняли и обнаружили, что на одном заслонке выскочила приводной механизм заслонки. Конечно, легко было отремонтировать эту поломку, но мастера предупредили, что не исключена поломка механизма другой заслонки через некоторое время. Так что сказали они, лучше удалить эти заслонки. Сразу я не решился согласиться с ними, но через некоторое время после многих ответов и вопросов я согласился. Они объяснили, что многие приходят с такими поломками и не первый раз делают это. Многие ребята благодарят им, что они избавили их от многих проблем после удаления заслонок. И это никак не влияет на правильную работу двигателя. Я не знаю, как это повлияет на двигатели других марок Мерседесов, но у этих механиков большой опыт работы с двигателем CDI-270, потому что именно эти двигатели часто устанавливаются на спринтерах. В конце концов, я согласился. Потом я в интернете нашел мудрый ответ на вопрос, что может произойти, если удалить заслонки. И ссылку я оставлю под видео. Кому интересно, прочитайте. Вот таким варварским методом удалили заслонки. Потом закрыли все дырки, откуда двигатель мог попасть в лишний воздух. Сваркой закрепили болт и гайку и собрали все обратно. Турбокомпрессор начал работать после этого исправно. С тех пор прошло много времени и с машиной все в порядке. Так вот, в итоге оказалось, что причиной неправильной работы турбокомпрессора была поломка заслонок впускного коллектора.